Здорово, с вами снова Райан 22, и сейчас я продолжу проходить Stronghold Crusader. Сегодня я пройду 26-ю миссию, она называется Коготь Коршуна. Здесь мы играем в команде со змеей против двух калифов и султана. Причем двух калифов, султана и змеи будет 40 тысяч, у нас 3 тысячи. Кстати, почему у змеи 40 тысяч, я не понимаю. Ну да ладно. В этой миссии у нас есть мясо, называется змея, мы с помощью этого мяса и выиграем. То есть змею, по идее, будут атаковать калиф, калиф и султан, а нас, по идее, трогать не будет. Ну, может, этот калиф нас будет трогать, у меня это практиковалось, в общем-то. Этот я имел в виду желтый, который на горе. Нашей главной стратегией будет обойти гору и уничтожить султана. Дальше на вырученные денежки с султана мы убиваем горного калифа, а затем принимаемся уже с горы, я думаю, синего шакала убить не составит нам особых проблем. Еще раз извините за задержку, тут был просто очень-очень неприятный вирус, я могу вам показать специально сейчас даже свой карантин, в котором находится до хрена всего, и я просто не знаю, что это такое, оно мне выдавалось каждую секунду, и поэтому я не мог нормально записать новые выпуски, скажем так. Я не мог записать вообще ничего. Не мог работать даже на Вегасе. То есть Вегас у меня не рендерил, остальное у меня особо и не было. То есть, чтобы записывать новые выпуски, мне пришлось переустанавливать Windows и... Ну, в общем-то, переустановил, и вот это вот уже новенькие вирусы, у меня они были немножечко сильнее, сейчас немножечко слабее, в данный момент я от них избавился, и поэтому я могу продолжать спокойно писать мувики и выпускать новые выпуски. Блин, чуть-чуть запутался в управлении. Так, уменьшаем скорость, если она у вас не уменьшена, строимся по дефолту. Как сказал один хороший человек, расстраиваемся, но расстраиваться это не то немножечко, что строится, поэтому не обращаем на это особого внимания. Строим два трактира, строим сразу лагерь наемников, строим мастерские стрельника, три, если успеваете. Здесь же закупаем, три раза нажимаем на кнопочку покупка, то есть 15 дерева. Это для того, чтобы поставить мастерские стрельника и поставить одну бесплатную лесопилку. Три дерева тоже экономим, не смейтесь. Я думаю, если бы у вас не было бы вообще вариантов никаких, бы вы поставили бы за бесплатно лесопилку, когда у вас не было бы денег и не было бы ничего. В данный момент у меня нету денег и нету ничего. Ну, есть немного, но особо я этим не распоряжаюсь. В это время, пока я трындел не понять о чем, я поставил уже казарму каменную и ставлю башню возле калифа. Сразу подделываем к ней входы, выходы, проходы. И здесь вот башенка появляется. Все. Ставим на нее жаровни. И будем ждать прибытия наших воинов. Здесь сразу закупаем, давайте, 10 пехотинцев. Сразу, абсолютно даже не тупите. Разнимаем именно копейщиков, никого более. Смотрите внимательно за этим. Ставим гильдию инженеров. Сразу быстренько надо закупиться. Где? Хмельник ставим. Ставим далее 4 пивоварни. 1, 2, 3, 4. И продаем нефть. Продаем железо. Продаем. У нас есть зерно, поэтому продаем. Амбар тормозим. Продаем хлеб. Здесь же мы быстренько докупаем немного дерева. Ставим хижины до населения 50, точнее, и сюда вот сразу ставим ориентир для ассасинов и нанимаем ассасинов. Здесь же биндуем наших пехотинцев. 3, 4, должно быть 3 бинда, 3, 4, 3, это для башен султана. И сразу же ведем вот этих вот ребяток туда же, где поставили ориентир для ассасинов. Здесь немного продаем камня и сразу просим у змеи 100 хлеба, 10 сыра и 10 яблок. Надеюсь, что он нам их вышлет. Просто буду очень сильно надеяться. Яблоки не выслал. Пошел в жопу. Так, здесь все быстренько продаем. Нанимаем нормальное войско, то есть ассасинов. Ставим 10 пряников. В моем случае это танцующие медведи. Желательно положительных пряников, конечно же. С отрицательными нам не справиться с султаном. Кстати, султана, возможно, мы еще и не убьем. Поэтому особо следите за этим. Он иногда отбивается. Тогда вы просто начинаете заново миссию, и у вас как бы нет выхода.
Вам надо как можно быстрее напасть на султана. Кстати, вероятность того, что он вас убьет, равна тому, как ваши ассасины расположены. Если они расположены кучно, то он, возможно, вас и убьет. Если более-менее друг от друга, отдаленно, то... Нет, он вас не убьет. Вашу атаку не разобьет. Итак, когда вы наняли последнего ассасина, ставите ориентир наверх, мы потому что обходим гору, туда же ведем пехотинцев. Оставшихся ассасинов мы ставим сюда, потому что рабы побегут, все-таки нам нужно какое-то прикрытие. И давайте, как только прибегут ассасины, мы уже скорость на максимум делаем. Как только прибегут ассасины, последние сюда прибежали, ставим ориентир уже вот здесь. И ждем пехотинцев. Пехотинцы должны пойти первыми и уничтожить башню султану. Они уже бегут. Все, как только пехотинцы подбегут туда, мы сразу же ведем ассасинов немножечко ближе к башням. И пехотинцы почти подбежали, все, ведем быстро ассасинов, быстро все делаем. Итак, все, пехотинцы подбежали, все, нормально, в замок султану заходим. Пехотинцы, отходим пехотинцами, быстро отходим куда угодно, только не... Калифу желательно, блин, отходим куда угодно, черт, я не могу их... А, все, убили султана. Так, быстро отходим ассасинами. Ассасинов еще неплохо-то осталось. Иногда можно вообще никого не оставить себе, а иногда можно оставить многих. Кстати, денег нам дали не очень много, поэтому особо там не транжирим денежками. Итак, сразу быстренько делаем 15 арбалетчиков, ну и тех, кто у нас уже успел принести. Принестись, точнее, сами сделали. Короче, наши мастерские стрельника быстренько сделали 6 нам арбалетов, мы их нанимаем и плюс 15, ставим всех на башню. Итак, если вы успеваете под скорость 35, делайте скорость 35. Здесь, я забыл, кстати, надо поставить вот здесь вот лестницу, специально для того, чтобы могли пройти все ребята. И здесь надо поставить нам стенку, блин, дерево загородило все нахрен. Вот здесь вот, короче, ставим стенку. Ну, надеюсь, что ров не закопает мою лестницу. Просто тогда будет хреновенько добывать железо. Блин, я немного оговариваюсь, извините. То, что пытаюсь его, в общем-то, пройти миссию очень быстро. Здесь же мы, кстати, быстренько нанимаем, давайте, 20 арбалетчиков. Шустро просто надо все это делать. Здесь же мы быстро, просто мгновенно должны удалить вот эти вот хрени, они нам больше не понадобятся. Ассасинов ведем вниз, сюда же ведем всех наших пехотинцев оставшихся. То есть калифа мы сейчас будем через башню атаковать. И в это время будем нанимать наших воинов. Можно уже сделать скорость немножечко больше. Все-таки как-никак мы ждем воинов. Давайте сделаем инженеров в это время. Инженеров нам понадобится много. Делайте их не жалеючи денег. Вообще не жалеючи денег, делайте войско. Особо много нам, кстати, не понадобится слишком этих арбалетчиков. Поэтому слишком много и не делайте. То есть сейчас вот пока производятся у нас крестьяне, я сделал парочку щитков, уже нанимаю последних арбалетчиков, все это будут последние арбалетчики, ну, только потом уже, которых принесут мастерские стрельника, ну мы докупим им броню и сделаем. Вот только таких будем теперь делать. Сейчас закупаем чисто лучников и чисто у нас инженеры есть еще, поэтому мы докупаем уже чуть-чуть инженеров. Нам щитков пригодится много, поэтому лучше докупите. Не пожалеете. Докупаем инженеров. Щитков нам пригодится минимум 31. Максимум 40. Поэтому делайте. Ну, минимум 30 можно, кстати. Можно 29, если вы там хотите. Особо сильно тоже не уменьшайте количество щитков, потому что щитки — это очень важный аспект сейчас игры нашей. Очень важный аспект этого прохождения. Здесь, потому что начинается более-менее сложное прохождение. Если покинуты, еще надо было как-то по стратегии, по тактике проходить, то здесь тактика, только ее надо так быстро использовать. И так настолько хорошо, что... Пройти эту миссию быстро, ну, не очень-то реально. Минут за 10 я ее, конечно, пройду, если уж так на то пошло. Минут за 15. Но за, не знаю, там, за 7, за 6, за 5 уже вряд ли. Это будет сложновато. Итак, здесь у нас 37. О, 37 щитков, отлично. 37 щитков, это я многовато даже впер. Ну, ладно. Давайте еще донаймем чуть-чуть все-таки наших ребят. И у нас вон они... Приносит уже железо, ребята. Нас, видите, уже дерево приносили. Разнимаем деревянных наших ребяток.
Здесь смотрим за железом. Железо, как только появляется, продаем и нанимаем арбалетчиков. Сейчас мы идем лучниками под щитки, и здесь же идем арбалетчиками под щитки. Всех арбалетчиков, которые были наняты... Нет, ну там немного надо, там я слишком много 16 отослал. Там надо 2-3. Всех нанятых лучше оставлять сверху, потому что все же сейчас могут побежать рабы с минуты на минуту, и будет нам очень-очень плохо. Здесь же оставшимся войском, мы его ведь не зря оставили, не зря спасли, поэтому оставшимся войском стараемся прибежать обратно. И главное, прибежать желательно без потерь. Сейчас мы ведем лучников чисто на то, что нам надо. Называется башня эта вещь. И мы бежим щитками, лучниками первыми, потом щитками, затем арбалетчиками. И желательно бежать на выступ. Оставшимися теми, кто типа может не добежать, желательно бежать на выступ. Мы не будем делать никаких манганелей, никакой хрени очередной. Мы будем просто спокойненько добегать и уничтожать в рукопашку. Ну, если так можно сказать, в рукопашку. Тогда... Сейчас щитки, короче, подводим на выступ, всех подводим на выступ, мы как бы забиваем башни багом, но баг этот не очень хороший, ну и не очень уж и обидный, я думаю. Им пользуются очень-очень многие, и особо этот баг, по-моему, знает, не знаю, кто в интернете не знает, знает, по-моему, все этот баг в интернете, и им пользуются все те, кто не умеет играть. Ну, в нашем случае я не умею играть, а просто пользуюсь этим багом. Багами вообще пользуются те, кто реально не умеет играть. А я пытаюсь пройти по скоростному. Короче, чё я оправдываюсь? Ну да, я нуб. Сам только что это признал. Здесь мы, кстати, давайте все-таки, ладно, оставим наших ребят. И будем потихонечку уже развиваться в иное русло. Ага, видите, все, значит, все нормально у нас здесь. И поставить, главное, нельзя больше железных рудников. Блин, это плохо. Я не буду ставить больше ничего, кроме вот того вот всего. Здесь просто надеюсь, что сейчас всех всекут. Я особо не хочу, конечно, чтобы меня всекли. Ну, тут всех всекут, потому что, ну, вы сами посмотрите состояние этого бедного мечника. Он уже умер. И сейчас мы тупо пойдем выносить все, что у нас с ним... Блин. Плохо с воинами у нас, очень. Давайте, ладно, разрушим барбакан. Я не буду строить никаких катапульт, никакого дерьма. Я буду строить только это. И наймем последних наших арбалетчиков. И все, теперь только ассасины. Просто only ассасины. Давайте нанимать. И сейчас будем просить у змеи чуть-чуть ресурсов. Давайте выпросим 20 камня. Че он нам скажет? Иди нахрен. Он нам сказал, значит, просим 10 сыра, здесь просим 25 яблок, я думаю, он нам чуть-чуть довышлет. Чуть-чуть довыслал, давайте еще попросим тогда 35, и он нам еще 35 вышлет. Выслал, глядите, ну ладно. И все, да, нанимаем ассасинов. Здесь теперь нападаем на калифа. То есть сейчас, как только разобьют наши пехотинцы этот барбакан, мы разбиваем арабский лагерь и быстренько идем нападать. Итак, сюда ставим ассасинов, уже быстро просто ставим ассасинов. Пятерых ведем сюда. И здесь сейчас мы просто будем надеяться, что калиф не подпалит наше войско. Надеюсь, что наши арбалетчики и лучники адекватные, они всех перебьют. А мы в это время уничтожим арабский лагерь и увеличим скорость по максимуму. Арабский лагерь уничтожен, все нормально. Итак, ведем теперь всех. Ну и как видите, мы спокойно разнесли калифа Скорпиона. Уменьшаем скорость. И теперь веселиться. Вперед, веселиться будем. Арабата-парапата. Нанимаем инженеров. Короче, мы сейчас нанимаем инженеров, делаем катапульты и несем калифа шакала. Шакалину мы сейчас вынесем в 3 секунды. Биндим войско, которое у нас было. То есть перебиндиваем войско. Нам не нужны теперь больше пехотинцы. Мы их перебиндиваем на лучников. И вот сюда вот их ставим, чтобы держать натиск калифа уже с другой стороны. Здесь же у нас, видите, уже 24 свободных крестьянина. Мы спокойненько нанимаемся. Продаем потом все к чертям. Делаем дофига катапульт. И начинаем веселье. Итак, сейчас я начну веселье. 27 катапульт у меня уже как минимум получится.
Могло бы получиться и больше, но я больше не хочу. Сейчас мы будем просто нанимать какую-нибудь, не знаю, дерьмо-рукопашку, чтобы она хоть как-то вошла в замок Калифа и тупо его уничтожила. Потому что, ну, у нас как бы нет выхода, и поэтому будем нанимать дерьмо-рукопашку. Видите, 6 арбалетов нам пришло. Да, это нам уже вообще не надо. Видите, уже денег нету. Ну и все, ладно, денег нету, значит, наймем чуть-чуть дерьмо-рукопашки. Дерьмо-рукопашка, это я имел в виду пехотинцы. И здесь же можно нанять немножечко ассасинов. Пехотинцы у нас вот они, ассасины у нас вот они. Также вместе с ними еще 5 ассасинов. И сюда вот они, наши все катапульты. Заставляем змею атаковать Калифа. Насрать как! Он пошел нахрен. Калиф атакует дерьмом, мы атакуем... Ну, змея его должен вынести, кстати говоря. А я атакую... Опа-на, опа-на, привет, Калиф, чувак, ты самый крут. Я не понял, что сказал, но вот да ладно. Итак, мы увеличиваем скорость на максимум, и тупо главное не просрать войско в этом раже, когда вот сейчас вот у вас начинается раж, все, я победил, я так быстро прошел. Не просрите все ваше войско, я уже просрал его несколько раз, и за это каюсь, конечно, но, блин, как это хорошо, когда вы знаете, что вы уже все прошли миссию, и все, и сейчас уже все будет. Все сейчас прямо будет. Так... Стараемся, стараемся все сделать по-быстренькому. Наши катапульты пришли, и мы просто начинаем обстрел. Не, давайте немножечко еще подведем их, потому что мне как-то хочется на это поглядеть подольше. И начинаем обстрел! У-ху! Вперед! Опа! Пух-пух! Давай, давай, давай! Пух-пух-пух! Начинаем тупо обстрел. Калиф этого сраного. Мы ему мстим за то, что он нам сделал, я не знаю когда, но он нам сделал. Итак, теперь подводим катапульты ближе и начинаем обстрел. Пух! Убили, все нормально, быстренько ведем наших лучников, переводим вот сюда вот. Сюда же переводим наших великих ассасинов и великую рукопашку. Дерьмо рукопашку, как я ее прозвал. Давайте донанимаем еще ассасинов. Так, змея что-то там, не знаю, делает. Непонятное. Непонятные действия от змеи. И давайте мы тупо будем расстреливать Калифа. Наша задача тупо сейчас расстреливать Калифа. Больше ни хрена нам не надо, честное слово. Мы должны сейчас тупо расстрелять Калифа. Все, мы расстреляли. Все, у него лучников по нулю сейчас будет. То есть, должны, оп, расстреляли все лучников по нулю. Все, замок вообще там в каком-то говне в полном. Я не понимаю, что происходит. Так что вперед, ассасины, вперед. Все вперед, наша рукопашка, вперед. Просто... Не знаю, короче, как это описать, это тупо надо орать в атаку 300 спартанцев, блин. Все, видите уже, огонь, 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 и сейчас могут наших ассасинов вынести, тут тоже огонь. Короче, не очень прекрасная позиция, но походу Калифа мы хотя бы чуть-чуть да пронесем. Давайте, несите Калифа, да блин, твою мать, да вы что творите, блин, давайте, ну да, 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 я вынес Калифа, все, нафиг, я вынес Калифа, я вынес Калифа, не метатели вперед, я вынес Калифа, с вами был Райан 22. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ждите нового выпуска, который будет очень и очень скоро. Он мне просто понравился, этот выпуск. Поэтому будет очень скоро.
Нас атакуют! Послание от султана. Угори, пересекайте. Послание от султана. Небо над нашей. Послание от султана.